Под Красноярском жестко скрутили экс-владельца авто и его друга. Подельники похитили со стоянки изъятый банком автомобиль и угрожали сторожу пистолетом. Нападение произошло прошлым летом. По словам охранника стоянки, неизвестный проник на территорию, сел в одну из машин и завел ее. Когда ему попытались помешать, достал из кармана травматическое оружие, забрал у сторожа телефон, записи с видеокамер и скрылся. Угонщиком оказался 46-летний красноярец. Его автомобиль арестовали за просроченный банковский кредит. Машину он решил вернуть и тайно спрятал у дяди в Балахтинском районе. В итоге авто снова отдали банку, а в отношении экс-хозяина возбудили уголовные дела о разбое и самоуправстве.